Ансамбль из Дома культуры «Индиги» стал финалистом регионального фестиваля «Честь имею», который проходит в Свердловской области. Подробности у Катрины Тайбарей. На этих снимках простые парни, жители Тиманского сельсовета. В разные годы они участвовали в военных действиях, служили в горячих точках. Таким образом, сотрудники Дома культуры «Индиги» отдали солдатам дань уважения. Видео на просторах сети интернет разместили еще зимой, а недавно узнали, что стали финалистами конкурса «Честь имею». У нас это видео было сделано к 23 февраля. Поздравить наших мужчин. Мы решили спеть и сделать видео. То есть достали фотографии все, ребят, которые воевали и так далее. Песни «Господа офицеры» в исполнении вокалистов из заполярной «Индики» покорила сердца жюри фестиваля военно-патриотической песни «Честь имею» имени Ахмаева, который ежегодно проходит в Свердловской области в селе Покровское. Финал индикчане прошли в номинации «Вокальный ансамбль от 18 лет». Отборочный тур там у них огромный, очень много заявок, очень много участников, как нам позвонили, сообщили, что мы в финале. Сейчас жители села с нетерпением ждут результаты итогового конкурса «Честь имею». Катрина Тайбарей, телеканал «Север».